Так, я тут. Всем здрасте. Чё панику наводим? Я же написал, блин, даже стрим чуть раньше начнется, а они все равно панику наводят. По привычке. Всем привет, кто там? Почкомат, Пусиська, Фрискфолин, Такс. Кто еще был-то? Да вроде больше пока никого. По крайней мере, в чатике. Я успел, как раз все подготовился, покушал. Привет, рефак. Я, правда, с газировочкой. Хорош 2 дня подряд пить. Нет, там немножко пива есть, но это может быть ночью. Чуть-чуть. Скромненько. А пока я с газировочкой. Байкальчик. Черноголовский. Да. Ладно, ладно, сейчас допью просто это самое. Может быть, сбегаю. Посмотрим. Привет, Ник Паркер. Так, не факт, поздоровался вроде, но привет еще раз на всякий случай, а то все, у меня кратковременная память совсем уже перестала работать. Все-таки уже не молод. Ладненько, что, будем подключаться сразу. Через 34 минуты отправления у нас. Мы тут пивка взяли. Да не, у меня там есть пивко еще. Я просто сейчас вот покушал, ну как бы у меня водичка стоит. Что, выливать что ли буду или что? Ну и как бы сразу-то, что сразу-то начинать, как говорится? Так, картинку он, говорит, смотрит. Смотрит картинку. Что смотрит? Какую картинку? Непонятно. Так. Чувак в мобил на ходу залипает. На фоне, на стриме. А, ты про эту картинку? Это не чувак, это я. Фотография моя. Ну, еще тех времен. Тогда фотоаппараты были не очень качественные. Стримлер решил на 30 часов пойти. На 40. 30 уже было, это как бы никого не удивишь. Ладненько, давайте это самое, подключаться, заходить потихонечку. Я вроде все сделал, все подготовил. Сейчас только сценку переключу. Так, адрес мультиплеера не менялся. А что-то такая тишина. Все молчат. Ну ладно. Я не против. Так, по Триполью уже я, да? Да-да-да. Сейчас, пацаны, тут серьезное дело. Диспетчер. Так, я не помню, у меня звук есть? Так, стоп. Говорит, что у меня там что-то в TeamSpeak обломалось. Так, запись. Да нет. Раз, раз, раз. А, да слышно меня. Что-то я ничего не понял. Так, дайте-ка я какую-нибудь музыку включу. Типа, проверить, звук у меня вообще есть. А, есть, все. Еще раз попробуем. Что-то все молчат, главное. Ничего не понимаю. Имени Шевченко. Шевченко, слуху. О, говорят. 71-й на 63-й колії. Гальма попробували.
відправитися готові. Я чого, не слышно було, що ли, просто? Не знаю. Я це перше зрозумів, гаймо, пробували. Документи получили, справку получили. Що є? Трембіта є? Трембіта обов'язково. Ну все тоді, тихоньте, дуйте в трембіту і відправляйтесь. Вихідний відкритий. Бачу вихідний 63-й відкритий. Відправляємось. Щасливо. Диспетчер. Слушаю. Разрешите 6729-му подключаться по триполью? Да, подключаемся, готовимся. Подключаемся, готовимся, 6729-й. У нас на стриме трезвенник. Дед, кто трезвенник? Поэтому такое не стоит вставлять, что-то там сладкое, не сладкое. Сейчас, подождите, пацаны, тут сейчас важное, ответственное дело. Я сейчас, кстати, буду первый раз без подсказки. Первый официальный мультиплеер. Я как бы, блин, извините, у меня погоны. Мне уже не... 67-27 видел. Потом. Только 29 вроде должно быть. Я что-то не так увел, что ли? А, да не, нормально. 29-й я ввел. Ладно, диспетчер просто оговорился. Все, готовимся. Что, окей, господа? Как срывать ВК? Подсказать, значит, не надо. Да, я думаю, не надо. Давайте сразу сейчас быстренько. Расписание у нас такое. Поездка будет не особо длинная. Стрим тоже. Ладненько. Так, тут пока прогружается. Ни хрена не видно за это, но она, по идее, исчезнет, пока мы будем тут полчаса ковыряться сейчас. Отправление у нас 29 минут. Тут немножко неправильное время. Я забыл его выставить перед подключением, чтобы оно было совсем. Но, грубо говоря, 6 минут опережает клуб, реальное время в мультиплеере. Для информации, просто чтобы знали. Потом синхронизируемся, ничего страшного. А пока, давайте-ка на всякий случай закрепимся, протянемся и включаемся. Так, что там у нас? Привет, нюх. Тебя мушку заставили, будет дабл кликать на случайных единичных кликах. А, это у тебя. Мы ничего не видим. А, точно, захват надо переделать. Блин, надо вообще уже этот, все захваты добавить отдельные. А то я что-то... Сейчас все увидите, не боитесь. Ничего интересного вы не пропустили. Так. Спасибо, Почкомат, за доклад. Все, я забыл все. А, шучу. Так. Открываем, перекрываем, закрываем. Все запускаем, включаем. Даже ЭПТ сразу можно включить. Что тут еще? Да, вроде больше ничего, поэтому сразу пошли продуваться быстренько. Будем полную, опять же, приемку делать по максимуму баллов. Чтобы у нас был буфер на косяки. На потом. Ждем откачку. Так, сначала мы будем проверять, соответственно, плотность тормозной магистрали перекрытием концевого на 2,5. Потом плотность уравнительного постановкой крана в четвертое на 3 минуты. Протягивать не забываем. ЭПК. Я просто прокручиваю в голове, чтобы сразу оп, и все уже у меня. Потому что у меня же все отложилось, конечно, много раз. Ну, как говорится, чтобы быть уверенным. Потому что я вот обычно выводил себе типа на третий экран эту инструкцию, чтобы всегда можно было подглядеть.
Но как-то уже хорош подглядывать-то сколько можно. Надо все по-честному. Так, ладно, вы там пока про мышку между собой общаетесь. Так что ничего страшного. Ждем откачки. Так, 25 минут до отправления. В принципе, нормальный запас по времени есть на все про все. Если, как говорится, не затягивать. Так, тормозная устаканилась. Привет, Болик. Ваше здоровье, я пока Байкальчик. Че так долго откачиваемся? Наконец-то. Все, протягиваемся сразу. Ставим концевой. А, тут не видно вроде его, да? Неважно. Перекрываем концевой. 2,5 минуты засекаем. 39 ровно по клубу. Соответственно, в 41,5 у нас все будет. Привет, Понарок. На меня гроза идет. Ну, что поделать, Десута. Ничего страшного. Переживешь. Так, вот наш, собственно, маршрут. Все станции, но не очень много их. Одна стоянка у нас где-то планируется. А, ну вот же. А, Киев-Московский, 13 минут будем стоять, пропускать пассажирский. Если он занят, конечно. Может, даже и не придется. Но 13 минут все равно по расписанию стоять. И все. Остальное. В принципе, тут поездка час с лишним. Час 13, короче, из которых 13 минут мы будем стоять. Час 12, если быть точнее. Но так, мелочи. И все. И на этом стрим конец. Да. Ну, или я подумаю. Посмотрим. Не, у меня в любом случае будут дела, и мне надо будет прерваться хотя бы на пару часиков. Если что, потом ночью просто продолжим еще, если хотите. 2852. 2852, слушаю. У вас опоздание 8 минут, вы в курсе? Да, да, я знаю. Нагоняете хоть немного, пробуйте. Будем стараться. Тут, кстати, давайте. Это самое. Вот. В официальном мультиплеере народу меньше, а, соответственно, внимание диспетчера к каждому отдельному поезду больше. Так что да, вот такие вещи как бы... Как второго поезда по третьему главному, Казанская? Гоу ночью. Ну, я подумаю. Ночью вот горит почкомат, люди спят. Так что что я буду, пока все спят, стримить в самом-то деле. Ни хрена там собака, блин, в подъезде гавкает, что как будто у меня дома. Так, 41.15. Окей. Все, кран открываем. Ленту протягиваем. Падение на 0.2 в пределах нормы. Сейчас откачается магистраль. Будем проверять плотность уравнительного. Так, ладно, вы там про мышку дальше общаетесь, а я тут делами буду заниматься. Хоть меня не отвлекают, то хорошо. Сейчас. Слухаю. Чистим ход 25. Так, все, вроде бы прокачали. Нажимаем. Давайте теперь плотность уравнительного. В четвертое переводим кран. И стоим до 45 по клубу. Ну там 45 с копеечкой. Это будет, значит, 39. Нормально, что. Тут. М3 белый, 5, Казань, ты Москва, готов, тут 44. Ну и там по мелочи, все остальное быстренько. Ну да, нормально у нас.
12-й Казанская. С запасиком, с небольшим. Как раз принимаемся, то, что надо. В общем, оптимально начинать где-то за полчаса. Ну, там плюс-минус пару минут. Чтобы спокойно, без спешки, как говорится. Все сделать, как надо. Здесь Макуру по 17-й пути отправились? Да, уехали. А не вижу. Там надо будет, наверное, наращивать или подгибать контакт. Я не особенный, я такой, как все. Это ты вообще о чем? А, мы особенные. Так, давайте пока стоим. Какой у нас стороны платформа-то? Справа. А слева? Вдруг и слева тоже есть такое. Нет, слева явно нет, я уже и так вижу. Хотя... Зеркало. А слева нет, окей. Осторожно, закрываются двери с левой стороны. Осторожно, закрываются двери с левой стороны. Все. 88-й. Поезд, 88-й. Мироновка, диспетчер, слушаю, 88-й. F11. Нажимаем. Проснулся такой, как будто ощущение было, что это 88-й. Просто вижу. Такой спал, такой, услышал, о, сразу. Я тут, я не сплю. 88 или сова письма, да? Так, 45 с лишним минут, короче, заканчиваем. Проба плотности уравнительного. Так, лента пишется. На всякий случай проверяем. Тут у нас все-таки официально все. Чувак параллельно с вождением в игре водит во сне. Возможно, возможно. Так, все. На пробу у нас все в порядке, никаких отклонений. Протягиваем. Сейчас будем пробовать ЭПТ. ЭПТ включили на всякий случай. Да, все включили. Тормозная, в принципе, откачана сразу практически. Так что давайте это самое. Еще одну протяжку, на всякий случай. Наполнение ТЦ. И в третье Димите, положение. Шевченко, дежурный. 17. Так, 17, нормально. 17 на 64-м пути Тараса Шевченко. Бригаду сменили. Сокращенное пробование тормозов сделали. Помощник кабине. На график готов отправиться. Отпускаем. F11. Ожидаем вас. Понятно, стоим, ждем. Полный отпуск. Включаем АПТ опять. Смотрим, тормоза не срабатывают. Мироновка, дежурный, 88-му. Слушаю. Тормоза опробованы, справка получена. Готов к отправлению, 48 все. Минут на график. Ожидаем, да. Понятно, ожидаем. Все, выключаем опять АПТ. Сейчас тормозная откачается, будем проверять ПТ. И у нас 16 минут до отправления. Нормально. Нормально. Прям вообще 63, хороший запас. 63-47. Так, мы, если что, 67-29. 63-47, слушаю. Корсунь на боковой путь, входной открыт, выходной закрыт, дача смерть. Понял, корсунь на боковой путь. Входной открыт, выходной закрыт. Дача смены. Верно. Только будем проверять на срыв. Слышь.
Давай тут мне не давай. Так, все, давайте это самое. Проводить, собственно, пробу ПТ. Больше издал. Нормально. Стоим 5 минут и отпускаем. Так, сколько там было-то? 40, ну, короче, 48 было по клубу. До 53 стоим. С копеечкой. Диспетчер, 75-й, на Киев пассажирские не принимаете пока? Я тебя принимаю. Принимаем? На голову колю, хоть на открытый, хоть на закрытый. Ну, нет, понимаешь, на первый выходной открыт, выходной закрыт, сдача свет. Верно, только по графику встаньте. Да, по графику я тяну, сейчас будут там ограничения. Хорошо. Да, кстати, тут типа это, особенно тщательно следят за соблюдением графика, потому что в официальном мультиплеере, вот в отличие от неофициального, соблюдение графика обычно близко к 100%. И вот часто там один что-нибудь накосячил, уже 99-98%. Маршрут на выходной открываю, по графику отправляемся. До сотни. А вдруг он неисправный, движение не исправное, срочно безопасность запрещено. Слэш. Выходной открытый, по графику 48 минут отправимся. До сотников зеленый. Сиська ушла, хотел спросить. Вот такая вот она. Что за женщина возмущается? Какая женщина? Возмущается и возмущается, что тебе? Так, я из-за вас забыл, во сколько мне... А, 53. Отпускать. Не отвлекайте тут, видите, на серьезное дело. Вы, блин, это самое. Хихоньки-хахоньки им все, лишь бы. Лишь бы, лишь бы, лишь бы. Лишь бы, лишь бы. Анатольевич. Внимание. 17:16, говорит. Ну, нифига себе. Ты меня подождешь, да? Ты во сколько? 19:54. Нет, что-то очень долго тебе ждать. Вот гад, не подождал. Говорит, долго. Болшу, блок. Болшу, Болшу, да, это Полушкин. А 68-59 дальше поедет сегодня? 68-59, принимаю вас с первого главного, на второй в Антеевске, выходной не два, закрыт. Крещение с опаздывающим 68-58, да, это Полушкин. Красный. Плохо. Так, еще 2 минуты стоим, отдыхаем, залипаем. Сегодня у нас залипательный стрим. Будем залипать всячески. Блин, третий день подряд стримлю. Где такое видно вообще? Пора мне молоко за вредность выдавать. Или пиво. Там, кстати, пацаны на Рушляйфе 24 часа сейчас едут. В 5 часов по Москве был старт. А мне на заводе выдают молоко. А мне тоже, я когда работал еще в 98-м году на фабрике кондитерской «Большевик», где выпускают всемирно известное печенье юбилейное и вафли «Причуда». Выпускали, по крайней мере, раньше, не знаю, как сейчас. 17-17. Мне тоже, 17-17, когда 64, я небольшое время работал 55, в подвале на засыпке муки и сахара по бункера, открыт, по графику отправляем. Выдавали молоко за вредность. Причем не по пол-литра, а по литру. За смену. Верно.
Что за вредность от муки? Ну, как бы мука, сахар, постоянная пыль, вот это вот. Блин, ты вытряхиваешь мешки с мукой в бункер. Там, знаешь, какая пылища стоит? Ну, мучная пылища, так сказать. Да и от сахара тоже пылища хватает, на самом деле. Не так, как от муки, конечно, но тоже есть. И все, и ты всем этим как бы дышишь. Ну, по крайней мере, пока высыпаешь это все. Потом, естественно, высыпал, ушел оттуда, нафиг закрыл, все, а там постепенно уляжется, как говорится. Так, все, у нас готово вроде бы. Еще раз потянем, на всякий случай проверяем корпус. Вторым положением. Ждем, когда у нас устаканится. Это самое давление тормозной. Так. 9 минут до отправления, нормально, сейчас еще сокращеночка, по минута там, и все. И мы, собственно, готовы к отправлению. Я отойду на пару минут, давай. Дежурный Мироновка, 88-го. 88-й поезд отправил за графиком 48 минут. Понятно, по графику отправишь, что ты его поедешь. Так, все, тут мы, собственно, принялись полностью. Я никогда не косячу, здравствуйте. Вздохнуть не мог. Один раз так, труба вытяжки озона поломалась, я чуть не сдох, вздохнуть не мог. Бывает. А что за озон, какая труба? Где ты вообще? А что у тебя за вредность там? Так, окей, обратно включаем ЭПТ, пойдем в другую кабину, дополнительно еще раз протянем, типа. Теперь проба у нас сокращеночка ЭПТ. Открыл же я, да? Стоим минуту. Потом ПТ и оп. Так, а где здесь места пробы? А, понятно, мест пробы тут нет. Поэтому пробовать будем самостоятельно. Соответственно, вот у нас, грубо говоря, полтора, чуть больше, там почти 2 километра на то, чтобы опробовать и то, и другое. Так что по максимуму сейчас набираемся с места, сразу пробуем ПТ. Ну а по платформе Стугна уже будем, соответственно, пробовать ЭПТ. По графику у нас 3 минуты до Стугна. Так что надо поторопиться немножечко, но с другой стороны и лететь нельзя. Какой у нас план, на чем поедем? Ну вот на этом едем. Первый официальный мультиплеер с погонами уже, так сказать. Выдали погоны, едем. Так, все, отпускаем. Отключаем АПТ. Даем 0506. Опять по плану. Да. Не, это 9. Какая это 4? Киев, Шевченко, маршрут. Видно же. Ладно, Тарас Шевченко сверху, может, не очень хорошо вам видно. Но снизу Киев пассажирский-то видно хорошо. Если бы D4 был бы с рулем, я бы, естественно, взял бы ваш любимый. Что же я, Ирод, на D4 с контроллером таким рычажковым ездить? У нас 27:57 на клубе, типа должна отправляться, на самом деле 6 минут разница, напоминаю, так что у нас хороший запас по
по времени. То есть, грубо говоря, сейчас вот отпустим, и за 5 минут до отправления мы уже полностью готовы к отправлению. В идеале всегда вот так вот и делать, и начинать. Ну, в этот раз подлиннее, да, не 4 вагона, как вчера. Ой. В этот раз у нас 8 вагонов. Так, ну все, отпускаемся. Учетный грузовой по станции Хвостуновка по второму пути, ответьте пассажирскому 39-му. 28-50 грузовой учетный, слышался. 28-50, слышу вас хорошо. По поезду без замечаний, хвост сигнальный рукав подвешивает. Понятно, 39-й тоже слышу вас отлично. По составу стороны смотрят замечания. Спасибо, счастливого пути. Так, на дороге везли пути на постоянном токе. Я путаю, D4M работает на переменном. Нет, D4M как раз на постоянном. Слушай, тут не туда, извиняюсь. Диспетчер Триполье. Триполье, слушай. 6729, пробу тормозов произвели, прибор безопасности включен, помощник кабине готов к отправлению графиком 2157. F1. Маршрут на входной открыт, это график отправляемся. Вижу, выходной открыт, отправляемся графиком 6729. Все, синхронизация пошла. Правда, мы все равно почему-то от того счетчика отстаем, но пофигу, мы идем по клубу. На минуту там, плюс-минус туда-сюда, неважно. Отправляемся, собственно, 57 минут. Я сижу-то. Нормально вроде бы, все видно. Все хорошо. Так, 3 минуты до отправления. Проверяем, опять же, ЭПТ выключен. Все в порядке. Двери пока что не закрываем. Пробу будем делать. Как только наберем 50, так и попробуем сразу. Ну, а, собственно, потом наберем 60. Опять же, попробуем. И на платформу. Так. 2 минуты до отправления. Сейчас отойду на минуточку. Буквально. Скоро буду. Привет, Иру. Скоро буду. Отошел. Дима тоже, здравствуй. Ну, если такой уж здоровый. В общем... Сейчас, быстренько. Что за негатив? Пройти. Так, я тут. Все, минутная готовность. Готовимся к отправлению. Так, самопроизвольное скатывание у нас тут вроде не происходит, поэтому сразу убираем башмаки.
Привет, Африка, как игра называется? ZD Simulator. Ползу. Во сколько заканчиваешь? Дядь, во сколько заканчиваешь? Так, после стугны у нас сразу нейтральная вставка. Прям что-то как-то... Зачем это нейтральные вставки так близко, блин, к платформе делать? Ну, серьезно, можно было тут ее сделать. То есть даже не успеваешь нам... Представляете, это ладно нам, мы как бы электричка. А представляете, там товарняк какой-нибудь. Ну ладно, товарняк там может просто не останавливается, но пассажирский вдруг какой-нибудь там остановится. Ну хотя они, наверное, не тот там никогда не останавливаются. Так что, наверное, поэтому и сделали. Но все равно. Так. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка, платформа Стугна. Поехали. Так, разгоняемся до 50, сразу пробуем ПТ. Ну ладно, не сразу, сейчас хоть напрямую выйдем чуть-чуть. Пробуем ПТ. Разрядочку дали. Тормозной эффект получен. Тормозной путь в норме. Включаем ПТ. Пошли опять в разгон. Можно в онлайне? Конечно, можно, но зачем? Привет, Мик. Чего ты не грузовой под Светкова? 28.50. Так, 22.00. Состава без замечаний. Прибытие у нас. В платформе сейчас будем... Сейчас мост проедем, будем пробовать, собственно. Да, точно. У нас 71-й тоже состав. ПТ. Все в порядке. Собственно. Давайте пробовать уже. Тормозной эффект получен, тормозной путь в норме. И сразу же начинаем тормозить. Платформа хоть и не самая, так сказать, длинная. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А чё так, это самое, такое резкое торможение сейчас произошло. 57-й, ой, 75-й, смена. Чё-то мне сейчас, чё-то мне, короче, я накосячил уже чуть-чуть. Понятно, 75-й, прибыль. А чё такое резкое торможение-то было, я вроде бы... Не так сильно-то тормознул. Ладно, успеваем. Закатываемся чуть-чуть. Как-то оно тормозит рисковато вообще. Я не, не вот сейчас даже вроде мне так много дал, сразу 900. Что за хрень? Платформа Стугна по расписанию прибыли. Так, нормально, залезли же. Залезли. Так, машинист едет стоя, в вагоне нет. Почему? Сидя. Кресло вон под нами есть. Где? Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка, платформа Таценки. Или Таценки. Не знаю, если честно.
Так, прибытие в 5 минут. Ну, график довольно спокойный. Но тормозит он что-то мощно как-то. Слушай. Или я просто отвык от длинных электричек. Все время катаемся на этих. Так. Убираем тягу, нейтральная вставка. Электричество сейчас должно пропасть. Оп, электричество пропало. Воно тоже на боковой путь. Программа номер 685C, подписал ДНН 3. Вот на чем сидят машинисты. Ну, я сейчас точно полезу смотреть на ходу. Так, электричество появилось, тягу врубаем. Меня сообщает, передай за проезд, красавчик. Спасибо, почкомат. Надо голос этот обратно сменить. Поль прибыл в Корфу согласно графику, ожидаем высадки пассажиров. Понятно, прибыли на Корфу, хотел бы заработать. Ограничение, главное, тут 160 показано, на профиле 140. Но в любом случае у нас 120. Все, почкомат теперь. Я, блин, почкомат, я же тебя подразорю с этим голосом. Давай я его сменю все-таки обратно на обычного Google мужика. Однопутный участок, кстати, у нас тут. Ладно, все, можно тягу убирать. 118 уже идем, быстрее нам и не надо. Потихонечку надо сбавляться уже. Там тормозить, правда, в горочку, так что, в принципе, с этим проблем не должно быть, но, как говорится, лучше перебдеть. Еще 430 рублей на карточке. Последние 430 рублей. То есть ты голодным останешься, но не можешь не повторять. А, еще белорусский. Ни хрена себе. Да ты буржуй. 6347 Ну понятно, что новых. Какие старые-то? Старые не используются уже. Их на карточке. То есть в наличных у него еще могли бы быть старые. Ну, как бы, типа, сохранил там. Все такое. Но на карточке-то у него каким образом могут быть старые белорусские рубли? Мне кажется, после девальвации, там, фигации, все цифровые, так сказать, счета. Или как они называются-то, забыл. Ну, короче, безналичные, неважно. Они по-любому все автоматически переводятся в новое, так сказать. Так, прибываем по расписанию. Тут небольшой спуск, так что... Аккуратненько. ДНЦ, ответьте 39-му поезду. 39-й, слушай. ДНЦ, почему он все время проходные переименивает? Так. Платформа оценки. Лампочки перегорают уже. Менять надо. Прибыли. Успели по расписанию. Ну, тут почти никого нет. Лампочки меняем. Отправление по расписанию в 06. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Новые Безрадичи. А ваша шкура себе почистит. Хрена она рвет-то. Казалось бы, вот
вчера было 4 вагона, 2 моторных. Сегодня 8 вагонов, 4 моторных. Ну, по идее, как бы одно и то же. А это что-то и рвет мощнее, и тормозит жестче. Ну, тормозит жестче, ладно, можно понять. А вот почему рвет мощнее? Хотя, да и тормозить оно должно примерно так же. Никаких косяков. Нормально сейчас, никаких косяков не было. Да что, вообще все чудненько. Что-то начинаешь, что ли? Что ты, блин? Так, без Радича, во сколько там? В 10 минут прибываем? Нормально. Можно даже особо не торопиться. Но мы поторопимся. Все ради соблюдения графика, как говорится. Чтобы не вываливаться из него. Отвык кто-то от 8 вагонов. Это да, есть такое. Так. Стрелками уже. Ну даже тут вот давайте начинать потихонечку снижать скорость. Не отвлекайся, не отвлекайся. Тебе еще долго армия снилась после день были? Нет, у меня вообще не снилось. Не, ну как бы бывает изредка, и сейчас может что-то присниться там, связанное с армией, ну как бы как и с любым моим, там, не знаю, детским, там, юношеским и так далее воспоминанием. Но именно вот, чтобы вообще как-то снилось после дембеля, во время дембеля, не знаю, вообще такого не было. А почему? Нет, мне кажется, такое там происходит с теми, у кого в армии какая-нибудь жопа происходила постоянно, и вообще все было плохо. А я-то как бы, в принципе, служил, как говорится, грех жаловаться. Так, прибываем даже чуть-чуть раньше мы. Так что затягиваемся прям вообще, не торопясь, не торопясь. Чтобы хотя бы в 22.09 прибыть. А прибытие как бы не так важно, на самом деле. Но... Не торопимся прям. Тормозим. Сейчас. Сколько? По станции смену ждать можно там по Гордыне? 0.9. По... Идеально. Станция новая без Радичи. Ну хорошо, тогда трипоинт буду брать у вас на боковой путь. Отправляемся в 11 минут, минут, так что стоим 2 минуты. А на расслабончике. Засчитается хотя бы. Я уже пол маршрута проехал. Что, точно прямой маршрут? Ну, такой, да. Чё? Не полный поезд. Ну, для электрички-то это, в принципе, не особо критично, даже если он был бы не прямой. Все-таки это больше понятно, играет роль на больших поездах, особенно на товарных. Где сделаете? По Триполю? Не, по Гордыне, по платформе. Потому что тревога 2 на перегоне. Но нужно бежать. Работаю с смотрящих вагонов 6 разряда. Станция Белая Крыница, детская дорога. Мне бывает присниться, что я в армии, потом осознаю, что отслужил. Ну понятно. Ну, видать, тебе служба у тебя была не очень. А мне как бы в армии было норм. Первый месяц, может быть, я там побегал, так сказать. Как все, а дальше, как говорится, грех жаловаться. На выходные домой ездил. Да и пока там на буднях был тоже особо не это. Ничего такого не было. Нормально все было. То есть главная причина, почему я в армии не дослужил, срулил раньше, при первой предоставившейся возможности. Петер, смену ну, сдал, халявный, так сказать, скажем. До конца не получилось доехать, просто время там не тратить, как говорится. То есть я тупо там терял кучу времени просто, ну... Счастливо. Ни зачем вообще. Счастливо, Валя. Так. Дима, осторожно, знаешь, двери закрываются. Следующая дорогу, остановка, дорогу, платформа Марьяновская. Внимание.
Я только отпуск на 10 дней ездил. Ну а я, грубо говоря, я говорю, посчитаю. После первого месяца в армии я каждые выходные был дома, а иногда и больше, чем выходные. Так что никаких отпусков у меня, в принципе, не было таких. Ну, если не считать, вот, например, как на вот эти майские праздники, как раз я тоже там, грубо говоря, на 10 дней ездил в отпуск. Только по сути я просто ездил, ну, на праздники отдыхать. Нюх свой отпраздновал. То есть, ну, с 1 по 10, короче. Просто в обычное увольнение. У меня как бы были бумажки сразу, так сказать, подписанные, пропечатанные. Только число вписываешь и все, выходишь за КПП. И все, и норм. А так как я выходил сразу по гражданке с паспортом, то дальше мне уже это вообще не нужно было. Увольнительное там или какое-то отпускное там, вот это вот. Все. Потому что дальше я просто был гражданский человек, пока не возвращался обратно. Так, прибытие у нас на Марьяновскую в 13 минут. Как бы, блин, довольно плотненько так. Так что будем тормозить. Ну, успеваем вроде, но, блин. Влетать будем хорошо так. Где-то она вот тут сейчас должна уже вынырнуть из-за, так сказать, угла. А вот и она. Ага, тут односторонняя вообще платформа, я понял. Всем привет, привет, Роскосмик. Платформа Марьяновская. Влезли? Или тут? Да блин, ни хрена не видно, но вроде бы влезли. Вроде бы вот эта платформа дальше продолжается. Вообще темень. Но в любом случае, я-то проехал в обрез, так что если и не влез, то дальше уже никуда. Тут маркер чуть дальше, но блин, извините, у меня платформа кончилась. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка, платформа Романков или Романков. Так, что там? Сейчас, подожди, посмотрю. Ничего там не превыше. Ну, 120 везде есть, окей. Так, Романков этот мы прибываем в 18, что ли, минут. Ну, вот тут у нас нормально, да, график. Тут без напряга. Так, сколько вот, кстати, всем привет. Каждый наряд по Смолуку ходил. В смысле, ты? Или ты про меня? Я в наряд на ПКПП вообще не ходил. Я, в принципе, за всю службу в армии только два раза дневальным стоял. И один раз дежурным. И все. По роте. Больше никуда ни в какие наряд не ходил. Хотя не, вру, один раз подпрягли тоже нас за один косяк. Яму копать. Канализационные трубы открывать. Ну, типа, там ремонт. Этим должны были заниматься ремонтники, но подпрягли нас за небольшой косячок. Если это можно считать нарядом, то, наверное, тоже. Бардак всех на губу. Я был раздолбаем. Так, сейчас, подождите, тут у нас. Раздолбаем, был энергодиспетчером, должности прапорщика в отпуск не ходил. Понятно. Печалька. Чуть не поехал один раз, но пронесло. А, я честно купил военник. Молодец.
Так, все, тормозим. Потихонечку начинаем снижать, торопиться нам некуда. Яма для захоронения бычка. Не-не-не, просто канализационные трубы откапывали. Так сказать, для дальнейшего их ремонта. То есть мы, по крайней мере, яму не просто так копали. Если это как бы может послужить утешением. То от выкапывания этой ямы хотя бы была какая-то практическая польза, а не тупо задрачивание солдат. 2850. Вот это рано сделано. 2850 и... Говорю, почему так рано идем? Куда спешим? Куда спешим? Кажется, он на выбегание идет. Там электрички передо мной нет, некому держать. Еду 60. Желательно, чтобы... Платформа Романков. Не раньше. Отправление в 19. Стоим. Ждем. Обычно копают яму от забора до обеда. Ну, мне свезло. Я такие ямы не копал. Так-то я в курсе, да. У нас была конкретная цель. Вот в этом участке выкопать яму до канализационной или какая там... Ну, короче, водопроводной, точнее, правильно. До водопроводной трубы, собственно, ее, так сказать, освободить от земли, чтобы вот кусок был полностью открыт сверху, снизу, по бокам. И все, собственно. Вот мы эту задачу, как говорится, как выполнили, так и выполнили. Нам даже сроков никаких не давали, поэтому мы не особо-то там поторапливались. Так, 5 минут покопали, 10 минут покурили, как говорится. За два дня выкопали. Неспешно. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Подгорцы. Где это пусиська? А что тебе пусиська это самое? В 2005 году в армии было не сладко, до этого я ехал в поезде с парнишкой, которому голову пробили в армии. Но я служил в 2003-2004. Ну, точнее, считай, что в 2004, потому что забрали меня за 3 дня до Нового года 2004. Так что можно считать, что в 2004. А так у нас тоже всякое случалось. Но у нас, правда, вот самое такое, что я помню, ну реально травмы именно вот связанные. То есть не то, что там, знаешь, там деды там избили, там вот это все, да. А, короче, в очереди, в столовке, в очереди за хавкой подрались два салаги. Один, короче... Я есть на пульте, а то у меня был разрыв с интернетом. Один другому, ну, короче, один одному сломал руку, а тот ему в ответ оставил без одного яичка, в общем. Что-то они, причем просто там, ну, я сам этого не видел, но судя по рассказам очевидцев, то есть просто, знаешь, как слово за слово, как говорится, болтом по столу и понеслась. То есть просто там, не знаю, может, задел, толкнул, там, не так посмотрел, не туда, не то слово сказал, и как бы вот... Так что вот такой вот звездец иногда происходит. Не зря говорят, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Я в 87-89. Понятно. Ну, старый пердун, чё. Не, я-то, по идее, должен был в 98-м служить, но служил попозже. Так, что-то я опять, походу, гоню. Наоборот, не догоняю.
Подгорце 24 минуты. Да, что-то я это самое того, подразогнался, короче. Надо было мне того этого затягиваться потихонечку, чтобы прибыть хотя бы в 22, а не в 21. Будем сейчас прям вот снизим. Вот его, вот опять же, ну, мы уже об этом говорили как-то, но вот будете знать, что если вот так вот электричка подъезжает к станции, снижает скорость до 20 там, или 10 км в час, и потом долго-долго нудно катится, это значит, что машинист заболтался с чатиком и слишком сильно разогнался до этого, и слишком график, так сказать, опережает. Там у мины деда, я понял. Так, военка закончил, выдало проблем, не знал, красавчик. Аксакал, не... Саксаул, не побоюсь этого слова. Блин, так как нет посиски, спрошу вас, если имперский портер с ванилью. Я вообще портеры не люблю, так что вот у них спрашивают там. Будет у нас где-то 23, должно быть 24. Нормально. Даже чуть подтянемся. 50, если не спешим, что человека не принимает. Так, а проверим заодно ПТ-шечку. Для разнообразия, нет, как говорится. Прям вообще мягенько-мягенько. Еще раз? Станция Подгорцы. Ходовый подтягивается? Да, потянется пока. Хорошо, потихоньку. По графику надо прибыть. Постараться. Отправление в 25 по графику. Я еду 50-60. Полторы минутки стоим. Электрички впереди нету, поэтому... Интересная отмазка. Электрички впереди нет, говорит, некому держать. А своя голова на что? Посчитать просто, что вот до этого перегона, там, в смысле, до этого, этот перегон столько-то километров, на него столько-то минут. Средняя скорость должна быть такая-то. Ну, лучше всегда чисто среднюю скорость высчитав, держать километров на 10 больше. Ну, если только эта средняя скорость не 10 километров, то 20 это будет слишком быстро. Чтобы, как говорится, был небольшой запас, чтобы лучше в конце чуть подзатянуться, чем если вдруг что-то пойдет не так, чтобы было всегда время на остановку, там при этом все равно из графика не сильно выбиться. Но все равно надо считать по-хорошему. Я сейчас с вами болтаю и иногда не забываю прикидывать. Из-за этого приходится вот так вот затягиваться сильно. На этот маршрут доедешь и стрим офф. Ну, не прям сразу офф, но в любом случае часов до 11, не больше, я это самое сейчас смогу стримить, но потом ночью еще как бы постримлю. Вот. Просто у меня в любом случае дела будут важные. Хотя бы на пару часиков мне надо будет, так сказать, ими заняться. Я могу либо сразу офф стрим заняться и пораньше ночью начать, либо вот там часов в 11. Ну, до 11, не знаю, там можем GeoGuessr поиграть. После окончания. Посмотрим, сейчас придумаем, в общем. Так, осторожно, двери закрываются. Следующая остановка платформы Лесники. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я же забыл, что я на этом стою. Чуть с АПТ не попытался поехать. Так, впереди у нас нейтральная вставка. Вот, до Лесников смотрим. 4 километра и 3 минуты времени. То есть надо как бы не особо это самое расслабляться. Потому что учитывая разгон, учитывая то, все, средняя скорость у нас должна составить примерно 75 километров. Или 80, точнее, километров в час. Средняя. Соответственно, нам надо разогнаться побольше. Так что разгоняемся вплоть до нейтральной. Вот нейтральная. Контроллер бросаем в ноль. Проскакиваем нейтральную и еще разгоняемся, пока есть возможность. Вот, электричество появилось.
сразу контроллер обратно, сразу набор. Впереди переезд. Почкомат, я не помню, что не так-то теперь опять? То есть, как ты хочешь, чтобы я стримил не ночью? Ты вообще понимаешь, что ночь уже скоро начнется? Не, ну как бы вот сейчас я там полтора часика до 11 постримлю. Ну, понимаешь, что с 11 до 12 остается всего час, а дальше в любом случае ночь. Что не так-то? Объясни мне, пожалуйста. Родимый мой. No homo, no homo. Нет, так он наоборот, типа, недоволен тем, что ночью. 950, выходной на Шевченко открываем, пока дома просто, оно тянет. Медленно тянет. Так, начинаю плавненько сбрасывать скорость. 850 по метрам вижу. Ночью я уснул. Ну так, блин, кто же виноват, что ты ночью-то спишь, как все? Верно. Не как я, короче. Видишь, как рефак говорит? Так что ты должен, наоборот, радоваться. У тебя есть такая великолепная возможность. Так, 28 прибытия, ну, успеваем нормально. Платформа лесники. Нормально там встали-то? Вообще замечательно просто. И влезли, да? Влезли, вообще замечательно. Отправление в 29, собственно, можно отправляться. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка станции Петр Кривонос. Так, я не помню, у нас освещение от станции так светло, или я... А, нет, да, это от станции. Так, до Петра Кривоноса у нас почти 7 километров. Прибытие в 46 минут. Нормально. Ой, в 46 минут, да, посмотрел, сорян. В 36 минут. Все равно нормально. 7 километров, 7 минут. Вообще на расслабоне можно катить. Ну, совсем расслабляться не будем. Там хотя бы 90 пока втопим, в конце, если что, подзатянемся. Так-то 60, как бы, средняя скорость вообще должна быть, но... Это первый мультиплеер, я переживаю, поэтому перестрахую. Такие лужайки классные поставить, мангальчик попить, по вас посмотреть на поезда. Вон там акустиков много. Акустики тебе для чего? Под аромат криозота и смываемых толчков. Да. 2842, вы куда спешите? Что-то сегодня все товарники куда-то спешат. 2852. 2852. Говорю, туда вы спешите. Чтоб сортир. И все равно, по графику идите, у вас перегоновку 22-43%. Вот так вот.
Хочется сделать 100% график, а народ нарушает. Так что медленно, давайте. Стирайте программу. Так, 4 километра, 5 минут до Кривоноса. Можно даже еще тягу подбавить. Ну, точнее, убрать пока тягу просто и накатом идти. Так, у нас по Киеву-Московскому 13 минут стоянка, не забываем. А то я радостный приеду и дальше поеду сразу. Так и живут. Как всегда жили, так и живут. Причем самое удивительное, когда строят дома рядом с железкой. Ну, то есть, понятно, знаешь, там дом... Деревня стояла испокон веков, как говорится, и взяли, через нее железку проложили. А ведь бывает же, ну, новые дома стоят прям рядом с путями. Ну, ладно, может, тебе нравится, там рядом железная дорога, удобно, рядом со станцией, типа. Ну, постройте дом, блин, в 200-300 метров, там, 500 метров. Дойти, как бы, раз-два и обчелся, но хоть не впритык. Блин, сорян. 39. Привет, Харидан. Нормально. Так, 39-й, это не к нам. 39-й. Плохо живут с вибрацией, запах нехрязвот. Мироны, как обычно, хорошо. Пути на проход, понял вас, 39-й, Мироновка на проход по главному пути. Так. Выходной. Прибытие в 36. Немножко уже начинаем замедляться на спуске. А то хотел просто сказать, что есть дома, особенно на западе, по-моему, в кино встречаешь, где сквозь дом прям железка. Понятно, есть подгорки зеленые. В Китае. Кажись, в Китае, в каком-то городе, в Шэньчжэне, что ли, не помню точно, город не помню, железка, которая проходит сквозь дом, причем на уровне там высоты этажа 10, или, то есть, типа, высотный дом, там этажей, типа, 30, например, и на уровне там 10 или 15 этажа проходит сквозь него прям железка. Да, ночью эту железку километров за 10 слышно, как рядом проходит. Туда. Не, ну все-таки разница есть, как слышно в упор с ней или даже за полкилометра, правильно? Так что я думаю, как бы. Так, закатываемся, не торопясь. Привет, да, Афанасенко. Шикарно, куда едем? В Киев. Первый официальный мультиплеер. Погоны получил вчера. Сегодня едем уже в официальном. Накатываем баллы дальше на погоны второго класса. И допуск к товарному движению пока что не графиковому я получил в неофициальном мультиплеере, так что в следующую пятницу поедем на товарнике уже, а не на электричке. Уже получать допуск к графиковому товарному движению. А то я погоны получу. А ездить по ним не смогу. Из-за чего может не повышаться давление в уравнительном резервуаре? А локомотив какой? 2 из 5 000. В уравнительном не повышается. У тебя компрессор работает. Затягивает. Давление в главных еще. Сколько? А, точно. Под маркер. Давление в главных. Станция Петр Кривонос. Поздравляю, добился своего, это прекрасно, да. Причем там у нас было все на тоненького. За 4 мультиплеера я набрал 400 очков. Ну, в первом просто накосячил чуть-чуть, и минус 20. Но по плюс 5 за каждый, за приемку полную. И, соответственно, в итоге все-таки 400 вышло. И на последнем я тоже должен был заработать там 105 очков. Но
Я там накосячил так не слабо. И боялся, что снимут баллы за это. Но оказалось, что если свой косяк, так сказать, нормально все там потом сделать после него, то баллы не снимают, и в итоге мне все-таки дали. Хотя я уверен был, что придется шестой ехать накатывать. Правда, в итоге мы вчера шестой съездили, но только потому, что поздно ленту предыдущую расшифровали. А так бы мы уже вчера бы поехали бы на товарнике. Но вчера, я думаю, было это крайний, ну, по крайней мере, на ближайшее будущее. Когда-нибудь, естественно, там соскучусь, опять захочется проехать. Так, 37 минут у нас отправление. Соответственно, прокатим еще. А пока первым классом автоматом приглашение в РЖД не приходит. Приходит, конечно. За этим все и делаем. А пока осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — платформа Проспект Науки. Так, на платформе Проспект Науки у нас всего 2 километра, грубо говоря, где-то. Остановка в 39, то есть через 2 минуты. Нормально. Так, 80 ограничений у нас перед переездом. Не забыть. Так что пока чуть разгонимся. До 90 больше не надо, в принципе. Все, отпускаемся пока. Замешал ванильное мороженое в партер. Красавчик. Только зачем? Зачем испортил мороженое и партер? На 800 мой городище прибыл. Вот мороженое с Бейлиса замешать — это прикольно. Понятно, городище прибыл. По 1 минуту, по 1 бидон. И добавить туда какого-нибудь гренадина или кюрасао. Вот прям вообще вкусняшка. Можно и по 1 центр попробовать. Нажимаю. Проспект Науки. Снижаемся. Продолжаем снижаться. Приплываем по расписанию. Следующий Киев Московский. Мы утром не спешим, Шевченко не принимаем. Я как понял. Говорю, на Шевченко не спешим, Шевченко не принимает. А мы это принимаем. Платформа Проспект Науки. Не, я говорю не просто Бейлис, а именно с мороженкой. То есть именно фишка — это десерт. Это не коктейль, это тупо десерт. Сейчас. Осторожно, двери закрываемся. Закрываемся, бля. Закрывается. Следующая станция — Киев-Московский. Как не открыл, если я вот только что их закрыл? Открыл, открыл. Вот здесь по лампочке можешь контролировать открытие дверей. Если лампочка погасла, значит, как минимум одни двери открыты с какой-то стороны. Если она горит, значит, все двери закрыты. Можешь перемотать стрим и убедиться. Потому что закрытие было, открытие произведено. Так, 4 км до Киева, 6 минут. Нормально. Я не знаю, правда, нас будут там под красный загонять или нет, поэтому лучше пока разгонимся. Тем более у нас там после входного по-любому ограничение 40. Так что пока нагоним чуть-чуть, чтобы потом было время затягиваться.
Нет, пиво вспенилось, превратилось что-то похожее на кофе с молоком. Ну, вообще, портер, он изначально похож на кофе, поэтому неудивительно. Так, сейчас нейтралочку главное не пролюбить. Соль, не услышал просто звука. Ага, понял. Так, ну все, в принципе, особо тут лететь не надо. Убираем, нейтралочка начинается, электричество. Оп, пропало. Конец нейтралочки. Электричество появилось. Так, входной желтый. Начинаем снижать скорость. Так, снизу Беллис, много мороженки, сверху немного. Ну, не обязательно заморачиваться сверху, снизу. Просто, обычно я делал так, просто накладывал в большой, широкий, ну, типа вот подвиски такие, стаканы. Забыл, как он называется-то правильно. Большой широкий стакан такой вот, низкий. Просто мороженки накладываешь. Сверху, соответственно, просто поливаешь это Бейлисом. Ну и при желании можно туда вот чуть-чуть еще для нотки, так сказать, необычной добавить. Собственно, вот какого-нибудь такого вот ликерчика. А можно и без ликерчика обойтись, можно просто мороженка Бейлис. Например, особенно если это не обычная мороженка, да, а какая-нибудь... Есть вот арбуз, дыня, мороженка. Я забыл, как называется фирма, блин. Очень классная, очень вкусная сама по себе мороженка. Вот если ее сверху еще полить Бейлис и подождать, когда Бейлис эту мороженку как бы подтопит. И немножко останется такой не совсем растаявшей мороженки, а часть мороженки превратится в такой молочный коктейль как бы с Бейлисом. Блин, все, хватит, у меня слюни уже потекли из-за вас. Так, закатываемся. Киев, у нас прибытие 46, нормально, 3 минуты. Такой смороженки боюсь, ну, наверное, да. Привет, Мишань. Так, ну чуть поднаберем, чтобы чуть подтянуться. Ну, в принципе, у нас время... есть, поэтому более 40 набираться точно не будем уже. Смысла нету. Первый официальный мультиплеер, Мишань. С погонами я уже, машинист третьего класса. Не хухры-мухры. Спасибо. А ты же вроде заходил, поздравлял уже, нет? Или мне показалось? Нет, может, не заходил. Я не помню. Много кто заходил. Но если не заходил, то фу таким быть. Потому что я и третьего стримил, и четвертого стримил. Надо говорить Сумимасен. Потому что я не знаю, что такое вот это, что ты написал. Что такое Сумимасен, знаю. Так, ну до выходного тут достаточно далеко, поэтому никаких проблем у нас быть не должно. Когда погоны будем обмывать? Уже вчера обмыли. Сколько же можно обмывать-то? Станция Киев-Московский. Стоянка 13 минут, отправление 22.59. Сейчас вызовем диспетчера.
Диспетчер 6-729. Слушаю. Прибыли по расписанию на Киев-Московский. У нас стояночка 13 минут. Разрешите отойти для осмотра состава? Разрешал. Спасибо, 6-729. Вчера второй день рождения обмывали, да? Сегодня третий будем обмывать. Ну, уж давно в МП катаем. Так, стоянка 13 минут, проба тормозов у нас не потребуется, поэтому можно просто расслабить булки. Собственно, у нас и до конечной тут осталось уже 6 километров всего. И 2 остановки. Ну, пока стоим. Отдыхаем. Так, давайте, наверное, отпустим контроллер и поставим на... на ЭПТ. Пусть стоит так. Вылил свой коктейль, невозможно пить. Давился, типа, блин, ну вот нафига вот ты взял и испортил просто. Главное, жалуется, что у него мало пива, и сам же, блин, остатки пива портит. Вот как так? Где логика, я вас спрашиваю? Ты не все пиво? И чуть-чуть в стакашек попробовать. То есть ты все-таки додумался там взять ложечку чайную мороженки и плеснуть туда. Ну, 150 это много. Надо было, вот, чтобы сначала попробовать, что получится, надо было вообще прям чайную ложечку, по пол чайной ложечки и пивка туда тоже там 50 грамм, не знаю, или 30 даже грамм. Попробовать это. Понять, что ну его нафиг, и дальше спокойно употреблять все в чистом виде. С минимальными потерями, так сказать, материала. По-гейски это переводить пиво, блин, на мороженое. А не пол чайной ложечки. 2852. Опять опережает. Шевченко пока дам маршрут, но сильно не спешим. Вас по графику прибытия в 23.00. Так, а у нас прибытие по графику в 23.09. Ну, по местному. Yeah. Мультиплеерному времени. То есть 22.09 по Москве. Засекаю 4 часа. Куда ты их засекаешь? Слышно? Что ты наводишь тут панику из, блин, выпил, блин, чуть-чуть мороженки с пивком, все пипец. Я иногда, между прочим, вот попил пиво, там, 10 бутылок, 12, там, ночью, с вечера до утра. Потом достаю стаканчик там мороженки из холодильника и съедаю. И ничего вообще, никаких проблем. Что ты прямо тут целую трагедию делаешь из какой-то мелочи? Так, ладненько, а то я отпросился, так сказать, отойти для осмотра состава, а сам так до сих пор и не отошел. Пойду осматривать состав. Скоро буду. Будут вызывать. Запомнили, вот номер там, не знаю, видно? Мой не видно. Вот там вот внизу, 6-729. Не знаю, видно на стриме, не видно, в общем. Пока давайте свет включим. Я тут притушу. Чтобы вам прям хорошо было видно все, что тут как. Скоро буду.
Привет, Розондус. Я отошел ненадолго. Диспетчер. Слушаю. 28.50 графиком прибыли на станцию Шевченко, 6-й путь до Морского парка. Понятно, прибыли графиком, спасибо за работу. Счастливо. До новых встреч. Всего доброго. Андрей 852, по Шевченко маршрут не открываю, до выходного тянемся. Я вас понял, 82, до выходного Шевченко. Слушай. Мироновка на ходу, входной выходной открыт по главному пути. Я не знаю, Мироновка по главному сигналу не подходит. Нет. Так, я на месте. Что там у нас? Успокойся, будет хорошо, наверное. Но возьми с собой планшет. Мороженое, ничего такое. Я понял, вы тут все фигней маетесь. Так, до отправления 5 минут. Стоим, ждем до первой звезды. Точнее, до 22.59. Привет, хмырь. Выпил кружку охоты и теперь закусу ливерной колбаской нашей местной мягкой нежной хлеба нет. Ну и правильно, хлеб не нужен. Привет, Коломбо. No homo. Надо обязательно добавлять в конце, после такого сообщения. Привет, Джулк, спасибо тебе еще раз. Стоим, ждем. В принципе, после отправления у нас 10 минут езды и все. Чудовищно рад тебя видеть. Так не работает смайлик. Надо все смайлик на ухо мы сделать, но никак никто его мне не сделает, а я сам не умею. Вот. Так и живем. Открыли. Ну, еще рано. Отправляемся в 22.59. В любом случае. Так что пока просто стоим. Ждем до первой звезды. Не-не-не, все нормально получается, все нормально. Все по плану.
аэропути выезжаем за М-73, меняем кабину на третий. Все, готовить, мы приедем. Тут, конечно, намного тише, чем в неофициальном мультиплеере, потому что намного больше народу там. Да и сейчас уже под конец, он рано начался. Тут основная часть, я так понимаю, в первой половине ездила, потому что сейчас осталось в онлайне, помимо диспетчера, 5 человек, судя по всему, вместе со мной. В том числе спешащие куда-то грузовые. Давай сразу со старта 150 топи. Не могу, у меня 70 ограничения. Почему у меня клуб 160 все время показывает? Непонятно. Но мы готовы отправляться. Иван Иванов. Какое похмельное, кто проснулась? Что начинается тут? А, ты про почкомата, да? Вон, мороженки с пивом ест. Че ядрить, грузовчик? Проспал? Ладненько. Готово к отправлению. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — платформа Протасов-Яр. Скорость не более 70. Не знаю, почему у меня клуб показывает 160. Но мы следуем со скоростью не более 70. Диспетчер 6-729. Ну что? Отправились с Киева-Московского. Почему-то клуб показывает 160 ограничения. По приказу 100. Ну же, вы ввели путь? Да, вводили. Странно. Отведите еще раз. Жмите буковку на клубе «Па». Все, да, нормально. Вот что-то, видать, в первый раз промахнулся. Киев, пас, буду принимать вас на четвертый путь, потом открыто, потом закрыто, знаешь что? Принял, Киев, пассажирский принимает на четвертый путь, входной открыт, входной закрыт, выдаем смену. 6-729. Верно. Точно, я же, блин, путь, походу, не подзабил. Что за фигня? Так, стоп. Ну и что, ты вводишься? Нет? Вот, все. -10 баллов. Нормально все там, что ты начинаешь-то?
Как перед поездкой на досмотр прошел? Нормально все прошло, я ж трезвый вчера был. Так. Протасов Яр, прибываем 23.03. Погоны с плеч, бан! Где слышь? Тут Т2, проходы есть. Тут начинается мне тут. Ну-ка. Что, она таки онлайн, да еще живым, да. Так, платформа прибывает по расписанию. Платформа длинная вроде бы. Входной желтый вижу. Какой срыв? Это не срыв, просто переключение сигнала было. У Болика прям каждый писк сразу срыв. Понятно, что мы видим. Везде у него срыв. Лишь бы ему срыв. Платформа Протосфер. Направление 23.04. Чем в кабине руль? Это машинист на четвертый путь заруливает. А где ты тут в кабине руль видишь? В других кабинах у меня был руль, но тут ты где его видишь? Вот мне больше что интересно. Так, надо свет-то подтушить. Болик и нервный срыв. Наверное, да. Так, давайте-ка я все перезабью на всякий случай. Пока стоим. А то, блин, что-то непонятно, почему там. Так, 6729, даже мы. Да. Осей. В принципе, ничего визуально не меняется, но на всякий случай, как говорится. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция конечная, Киев-Пассажирская. Так, 25 ограничения на 856 км. Пока разгонимся. Блин, мужицкое пиво. Что там барышня заливает? Не знаю, что-то заливает. Дай потом ссылку. Ну, сейчас, если не забуду, пока буду тормозить. Так. Ладно, под желтый влетаем 60. Пора уже немножко разогнались. Пора уже и немножко подтормозить. Успеваем, все как надо. Ну и дальше продолжаем снижать скорость, потому что тут у нас сейчас 25 ограничения будет. Накатиком само упадет. Диспетчер неаутентичен. Должно быть почти не слышно за помехами. 88-му. Ну иногда так и бывает. Иногда такой звук у диспетчера хреновый. Может, поезд, подскажите, пожалуйста. На... У этого нормальный. Даже хороший, по сравнению с тем, что у некоторых бывает. Понимаете, он второй главный, входной открыт, выходной закрыт. Сдаем смену. Да, вспомнил что-то про руль. Выполняем. Руль то же самое, что вот видишь, у меня вот рычажок контроллера, вот я его делаю. Тяга. Реостатное торможение, ЭДТ, так называемое. Вот. То же самое делает руль. Просто речь в какой,
в какой форму, ну, какую форму имеет? Ой. Какую форму имеет контроллер? Как бы это не очень существенно. Так, все, сильнее не тушимся. Можно даже чуть подразогнаться. Прям копереточку. Не дергай, отломаешь. Хочу, дергаю, мое. Вот погоны получишь. Доверят тебе контроллер в мультиплеере официальном. Да, блин. Еще глюки неприятные. Вот тогда и сам будешь распоряжаться, дергать там или не дергать. А я хочу, дергаю, хочу, не дергаю. В сети и завидую молча. Нормальные женисты, понятно, я тоже интуицией. Я с вами вообще разговариваю, как я могу в это время слышать. Я могу одновременно и говорить, и слушать. Не, ну ты, то, что ты дергаешь там у себя беспогон, это излишние подробности. Не обязательно нам озвучивать. Привет, Джонси, добрый вечер. А что, это субботний нетрадиционный стрим? Ну да, типа того. Первый официальный мультиплеер, просто не мог же я такое пропустить. Но он, правда, сейчас долго не продлится. Может, до 11 посидим. А потом мне на пару часиков надо будет делами заняться. Но потом ночью еще запущу, еще покатаемся. Так, за 400 метров не более 20 есть. Начинаем тормозить, снижать скорость. Активнее, так сказать. Затягиваемся. Минута у нас по расписанию. Идеально заходим, в принципе, я бы сказал даже. Поэтому сейчас. Прибываем по графику. Это осторожнее, а то отломаешь. Спасибо, Джук. Я, правда, пока не пью пиво. У меня там чуть осталось пивка. Но я его, так сказать, на ночь приберегаю. Потому что я, в отличие от почкомата, рассчитываю, так сказать, что вот мне может не хватить. Поэтому лучше-ка я вот... Так, ладненько. Все, останавливаемся. Конечно, Киев пассажирский. Просьба освободить вагоны. Слева Аллегро стоит. Наверное. Так. Диспетчер 67209. Ой, 29, извиняюсь. Слушаю. Прибыли в Киев-Пассажирский по расписанию, закрепляем состав, сдаем смену, спасибо вам за работу. Понятно, прибыли по расписанию, вам спасибо за работу, до новых встреч, счастливо. Хорошего вечера. Спасибо, взаимно. Ну, наверное, да, наверное, это он. Не знаю. Вот, честно сказать, там, наверное, спереди что-то написано на нем. Крюкевский вагонно-дивный завод. Хрен его знает, может, это и не Аллегро. Харьков-Кременчук. Хрен его знает, что это за подвижной состав. Но на Аллегро не похож. Аллегро вроде бы все-таки более закругленный такой и больше похож на эти... На сапсаны всякие и тому подобное. Хотя, может, что-то он и есть. Непонятно. Да не свидание у него, просто бухло продает только на 23. Не-не-не-не-не. У меня там уже все есть в холодильнике. Никуда не пойду. Так, все, ладненько, давайте закрепляемся. Отпускаемся.
Сейчас откачается, выключимся. Свет можно погасить. ЭПТ выключаем. Клуб выключаем. Что еще делаем-то? Перекрываем комбинированный. Сейчас пусть откачается, потом откроем. Так. И чатик. Ага. Ага. Сейчас дела, свидания. Не-не-не-не-не. Просто дела. Ну, блин, я же не могу всю жизнь. Вы понимаете, что я последние вообще 3 дня просыпаюсь за час там, не знаю, успеваю там сбегать в магазин, покушать, сразу стримить. Ну, заканчиваю стримить, покушал, лег спать. Проснулся, опять же, покушал, опять стримить. И так уже 3-й день подряд. Как бы, блин, надо мне это самое, так сказать, личное время, хоть пару часов мне предоставьте, пожалуйста. Ну, позязя. Ай, блин. Так, все, гасимся. Пантограф опускаем. Включаем управление пантографами. Выключаем свет. Все. Выходим на платформу. Никого нет, все спят уже. Все свободны. Депо, кто эту халабуду поведет? Никто. Другая бригада. Ой, вот это косяк. Кстати. Ладно, мы ничего не видели. А другая бригада поведет обратно электричку. Пока в депо она никуда нет. Самое. Время еще раннее. Движение электропоездов еще не закончилось на этом. Еще как минимум еще раз туда она поедет, потом опять сюда, и только потом ее в депо погонит. Ладненько, все, отключаемся. И сдаем ленту. Так. Сейчас. Ну как, сдаем. Она уже сдалась автоматически. Просто надо комментарий к ней написать. Чтобы мне баллы по ней начислили. Я ей, правда, на предыдущую в неофициалке тоже написал для начисления баллов. Но это самое. О, какой-то автоматический отчет по прохождению станции тут есть. А, у меня нет такого, я понял. Так, ну все. Первый неофициальный мультиплеер закончен. Ну сейчас еще посидим полчасика. Ну, до 11, я говорю, может быть. Если бы мне в магазин надо было, который только до 11 работает, я бы не сидел под 11. Мне бы надо было бы раньше уходить. То есть, например, прямо сейчас вот идти. Так. Хороший у тебя сон на 6 дней. Ну, да. Надо хорошо высыпаться. Так, грузовчик там. Ни того, ни этого. Какое личное время стримить? Личное время это для девочек. Здесь мужики кровными сутками стримят и пьют пивас. Значит, я поддельный мужик. Просто в твоем расписании есть лишнее дело. Диспетчер. 88-й поезд прибыл от Тараса Шевченко графиком. Закрепляем состав, сдаем смену. Понятно, 88-й. Прибыли графиком. Спасибо за работу. Счастливо. До новых встреч. До новых встреч. Всего хорошего. Хорошего вечера. Всем доехать счастливо. Спасибо большое, Дима. Удачи. Кто-то у нас там еще катает, что ли? Дима Днепровский. Судя по голосу. На V80T едет. Может быть, у нее даже стрим идет. Можете посмотреть, как ездят правильные пацаны. А не всякие нубасы, типа меня.
Рассказывай, что тебе подарили. Да ничего, зрители, собственно, ну, донатики подарили и все. Так никто ничего не дарил. Пойду колбаски отрежу. Ну, это не я, это пойду сейчас, а в смысле, это почкомат написал. Так. Ну что, можем GeoGuessr немножко тогда. Ой, блин, тут мне, оказывается, написали, мне надо зайти в другую игрульку. Ненадолго, может, успею. Сейчас. Так. Ладно, пока. А, уже поздно, понял. Ну ладно, тогда потом буду заходить. После 11. А, ну окей, окей. Там просто человечка надо к себе в ученики добавить. Но он уже ушел. Так, ну что, пойдем в GeoGuessr тогда. На один заходик забежим. Раз такое дело. Пока время есть. А ни на что, так сказать, серьезное время уже нету. В любом случае. Но потом еще ночью, опять же. Ну, если хотите. Если не хотите, я могу ночью не запускать стрим. Но вдруг вы очень хотите. GeoGuessr, no homo. No homo. Привет, Рец. Так. Все, вроде бы. Так, ну что, просто мир. Долбанем. Сколько у меня? Где-то 40 минут. Но если не особо, так сказать, затягивать, то можно просто мир успеть. Или можем опять столицы. Столицы, в принципе, тоже не особо быстро, как показала практика. Так что можем опять столицы, если они будут нормально работать. А, где тут у нас? Здесь оно нет. Австралия, Канада. О, Россия. Матрешки. Давай, мир. Гоу, европейские стадионы. Все разные хотят. Не, мир просто, я боюсь, там у нас последние разы, блин, мир затягивался больше, чем на час. Ну, конечно, как повезет, куда закинут, но... Просто я боюсь, что мы не успеем доиграть, тупо. А на рандоме жать побыстрее и побыстрее, ну, как-то тоже не очень хочется. Лучше, если что, ночью еще чуть-чуть сыграем. Потому что, опять же, если я должен... Ночью стрим запущу, как бы, ну, можем показать паровозики, там что-нибудь подлиннее, так сказать. Но, в принципе, можно и в GeoGuessr чуть-чуть сначала начать. Там прогресс сохраняется, можно продолжить после. Ну а зачем? Я так не люблю. Я понимаю, что можно, но зачем? Что, как говорится, забань уже эту картографию, что ли? За что ее забанить? Я предлагаю забанить Монороха. Так, my activities. Вот. World, famous places, world. Подожди, а где? Мы же Capitals же играли. Что за бред-то? Знаменитые места, famous... А где? Я что-то не понял прикола. Ну ладно, давайте вот. Столица все-таки не как бы не слишком, хотя тоже на самом деле иногда сложно очень, но по крайней мере ты знаешь, что ты в столице какой-то страны, это уже чуть-чуть, да. Я хотел сказать, это чуть-чуть облегчает, но это вот серьезно сейчас. Вот это вот сейчас вот серьезно?
Так, давайте я музычку включу пока. Что-нибудь такое спокойненькое. Ну, я тоже думаю, но нет, что-то не похоже. Не похожи они на индусов. Вот прям. Не, ну это вообще пипец. Это просто подстава подстав. Ты чего ты взял, что это Индия? Ну как это за что? Они оскорбляют мои чувства адекватно зрителей стримов, так название регионального эксперта по качеству стрима, а также мировой комитет. Ну вот за это тебя и забанить надо. Это же просто. Да, Дели, Индия. Смотрите, я вас сейчас послушаю, но прям вот, ну вообще они не похожи на индусов. И где у нее точка? Вот видите, просто главный аргумент. Где у нее точка? Я вот, ну она вот вообще, да и они все на индусов не, ну как бы, ну чем-то. Вот эти два еще как-то заходят, но все равно они как-то вот не классические индусы. Скорее какие-то полуарабы, не знаю. Хотя индусы есть полуарабы. Ну, в общем, непонятно. А, это внутренний двор института Патриса Лумумба? Может быть. Кто учился у нас в Лумумбе? Кто знает? Кто узнает это место? Ну, блин, ну, не, ну, это правда. Ну, тут действительно, ну, давайте тыкнем в Индию, потому что, ну, если не Индия, тогда что? Можно еще миллион таких стран, где вот подобное может быть, назвать. И все равно это тыканье пальцем в небо. Что за куст справа? А, ну да. Немножко было похоже. Я понял, почему ты сакцентировал внимание на этом кусте. Но это не оно. Но похоже. А так, да, это типа из разряда, да? Конопля на самом деле дерево, просто ей вырасти да, не дают. А тут вот дали. Ну ладненько, давайте тыкать в Индию. Хрен с нами. Хрен с ним. Хрен с нами, хотел сказать. Так в итоге у нас Нью-Дели все-таки столица. Точно? Но опять же, где конкретно? Вот, Old Delhi, короче. Это, скорее всего, Old Delhi какой-нибудь. Ну, примерно, давайте тыркать. И это Пуэрто... Вообще, Гаити, короче, Порто-Пренс. Ну вот как это? Так хорош ты мне. Как вот это можно было вообще угадать? Ну, серьезно. Вот как? Ноль очок. 13800 километров. Одно из самых длинных наших промахов. Но опять же, тут делать нечего. Ну давайте, да, действительно рестарт, потому что ну, это полная фигня вообще. То есть не то, чтобы это читерство какое-то. Так, старт new game. Все. Это полная хрень. Так, а вот это вот, вот. Так, давайте куда-нибудь пройдемся, может. Вот эта вот хрень мне не нравится. Тогда, помню, раньше было, потом вроде отпустило. Давай, резюм, может быть, прогрузится. О, прогрузилось. Ну окей, давайте тогда так пробовать, если что, обновлять. И это какой-то у нас... Какие-то пальмы. Ну, какие-то там вот высокие дома есть. То есть вот эта хрень, наверное, должна какая-то быть известная. Залагало просто, да. Эти вот красные штуки, наверное, должны быть какие-то известные. Они внутри как-то выглядят тоже так необычно. Но я прям без понятия вообще даже близко, даже приблизительно точнее, что это может быть. Прям вот
прям вот от слова полностью. Так, что тут написано, кстати, тут табличка есть. Может, на ней тупо написано, здравствуйте, вы. Ага, какая-то чего-то там ракаш янтра. Ну, правда, ни хрена не понятно, может, сейчас подвинемся, вот отсюда будет видно. Нет, отсюда ни хрена не видно. Так, сейчас мы зони сделаю. Турция, да какая это Турция, ты что, у нас что, даже близко не похоже на Турцию. Вот это похоже на непальский язык, тоже все такие вот. Ну, короче, это какая-то вот азиатские такие вот, как в смысле азиатские, не точнее индийская какая-то группа языков. Вот это вот соединенная верхней черточкой все. Сами иероглифы очень похожи на, ну вот типа да, что за какой-то джаракаш или джаракаш какой-то чего-то янтра, что вот это за хрень. Ладно, янтру увидели мы, нам это тоже не очень много дает. Ну вот это может быть, кстати, какой-нибудь действительно и тот же Нью-Дели, но... Так, а вот тут что-то еще написано. Смотрите, какие вообще такие места. Причем вот именно непонятно вообще их назначение. То есть такие постройки необычные, но по которым вот хрен так сходу скажешь вообще, для чего это было все. Так вообще ничего, это просто постройки ради построек, знаешь, типа, а вот мы построим так, потому что мы можем. Вот, Самрат Янтра тут. Тут как бы более подробно написано. Но нам это все равно не сильно помогает. Короче, какие-то тут янтры тусуются. Вот Самрат Янтра, например. Что за Самрат Янтра? Вон там еще какая-то янтра, я так понимаю. Давайте сходим посмотрим на эту янтру. О, замазали конусы дорожные. Чтобы не нарушать, так сказать. Ой. Аутентичный вид. Где табличка-то? Табличку не поставили, что ли? Везде поставили, а тут зажали табличку, блин. Это вот, смотри, прожекторы, которые ее подсвечивают по ночью, по идее. А, вон табличка какая-то есть. Да стойте. Подождите, где? Только что, вот тут была табличка. Так, секундочку. А, вон она. Она за кустом спряталась. Так, ну дайте я прочитаю, что это за янтра-то. Чего вы меня так перебегаете далеко? А, тут ни хрена не написано, какая это янтра. Тут просто очередная схема. The Park. Не, вообще тут нам как бы гулять можно, если мы можем от Седова выйти на улицу. Ну вообще, ну, в натуре, да, какая-то. Вот это реально, вот это похоже на Нью-Дели. Даже точечки, кажется, там есть. Так. Вот тут бы разглядеть, что, но тут опять же. Ни хрена непонятно. Может, на выходе? Так. Тоже ничего не понятно, может, на выходе что написано. Не, уже перезапускать не будем, потому что у нас точно времени-то не хватит. Во! Так, ну давайте мне туда-то можно. Тут билеты типа продают. Рекламы всякие. Это просто реклама. Блин, а как повесить табличку, типа, что это? Куда мы вообще входим? Никак не... А, вот, тут какая-то табличка, может, на ней написано? Янтар-Мантар. Built by Maharaja Savai Jai Singh II Archaeological Survey of India. Delhi, City of Cities. Easy breezy, lemon squeezy. Все-таки это вот это оказалось оно. Мы в прошлый раз тыкнули, короче, и нас решили сюда закинуть. Типа, хрен с вами, ладно. Так, ну это, я так понимаю, какая-то вот... Как эта хрень называется?
Янтар-мантар. Найти бы еще этот янтар-мантар, чтобы попасть хорошо, прям вот в тютельку-тютельку. Я думаю, что вот тут вот как бы в районе типа Old Daily где-то это должно быть. Но с другой стороны, хрен его знает, мы сколько найдем. Это археологические что-то там. Янтар-мантар. Кто-нибудь видит какой-нибудь янтар-мантар? Ну, блин, нет, с такого ракурса мы точно ничего не увидим. Хрен его знает, может, он на самом деле где-то на окраине находится, а я в центре еще. Так, сейчас музончик. Я же сказал Дели. Ну, естественно, блин, 5, если 15 раз повторять Дели, Дели, то рано или поздно будет Дели. Сказал он. Я тоже сказал. Все сказали. Бе-бе-бе. Так. Ну, что-то я ни хрена не вижу. Тут что-то какие-то достопримечательности. Но если ближе придвигаешь... А, ну да, если ближе придвигаешь, надо просто, блин, карту. Все, больше нельзя. Не вижу никакого янтар-мантара. И археологического тоже ничего не вижу. Вижу Кашмир-гейт. Ой, ну ладно, еще тыкаем так. Хотелось бы, конечно, точное место найти. Можно еще тут по улицам... А, по улицам тут нельзя погулять. Скажите спасибо, что нам сюда дали выйти. Там, может быть, что разглядим. No left turn. Там непонятно, куда указатель. Автобусики. На них написано все по-нерусски, как ни странно. Ну да, ну нам тут никакой дополнительной информации мы тут не увидим, кажется. Не знаю, The Park, но сомневаюсь. 205. Опять ты гуглишь, рефак. Хватит гуглить. И где Агра? Начнем с этого. Говорит, западнее Агры. А где Агра? Это вообще в Дели или это отдельный город? Не, ну это же у нас столица, так что это должно быть внутри столицы, так сказать. 205 километров. 205 километров это вообще, как бы, то есть Агра где-то находится вот тут, соответственно, в 205 километрах от Дели. Вот ты вообще классно придумал. Я не думаю, что само Дели 205 километров длиной. Я без понятия, где тут Агра. Так что вот ни капли не помогает. Два пальца левее Альголя. Где Альголя? Вы серьезно? Что это за люди? Вот как вообще в голову приходят такие подсказки давать? Понимаете, когда даете ориентир от чего-то, надо давать ориентир от того, что человек знает, где находится. Или вы хотя бы... Ой, блин, там, 17, оказывается, 17, мультиплеер. Я, оказывается, забыл с ним спиковать. Миронов-то нам. Очень смешно вообще. Спойлер не всегда спойлер. Не, можно вот от надписи New Daily. Ну, короче, ладно, не хотите, короче, как хотите. Я просто тырку и все. У вас нафиг. Ну, 1.6 км всего. Нормально, в принципе. Вот он. Рам Янтра, Мишра,
Жантар-Мантар, ну, его видно только вот с такого приближения. А на таком приближении, извините, тут охренели бы по всей Дели лазить. Тут, тем более этих достопримечательностей и значков 115 триллионов. Так что вот. Вот это как бы такой центр Дели есть. Тут вот от него, да, недалеко, скажем так. Ладненько, погнали дальше. Минус 7 очков, не смертельно. Это такой прикол? Так, пацаны, изи-бризи, я, кажется, знаю, где мы находимся. Без паники. В смысле, обнови. 2 из 5, видишь? 2 из 5. Все тут нормально обновилось. И попали мы не туда, где в прошлый раз. Вот, флажок, смотри, нажимаю. Мы стартуем здесь. В тот раз мы стартовали возле тех достопримечательностей. Да и все. Короче, сейчас я тебя обновлю, не тупи уже. Ну и так же понятно, что это оно. Так, стоп, резюм. Вот, смотри, 2 из 5. Сейчас, блин, обновил твою налево. Вот что ты в самом деле-то портишь все нам? Вот, ну спасибо тебе, обнови, блин, обновил. Так она работала, а теперь ее обновляю еще полгода, чтобы она опять заработала. Спасибо, почкомат. Ну вот, ну серьезно, что ты за, блин... Ой, вот человек, а. Знает же, что оно, блин, наладан дышит. Ну все, красавчик. А я знаю, где мы находимся, так что насрать. Какая разница? Но я понимаю, что это баг. Только как понять, что это баг? Ну, в смысле, как, что вы с ним делаете? Неважно, я знаю, где мы находимся. Я вообще, я в Индии, так сказать, ориентируюсь. В столице Дели уже, как в своих 5 пальцах. Так, только я забыл, где эта круглая фигня-то? Нет, это не она. Подождите-ка. Вот круглая фигня, вот Янтар-Мантар. А, вот это выход из него же, да? Вот это The Park, New Delhi. Да, то есть мы находимся где-то вот тут. Просто изи-бризи. Чё за бред, я не понял вообще. Короче, нафиг эти столицы, они не работают. Вот все из-за почкомата, блин. Вот угадали бы нормально, и все. Все, последняя попытка. У нас 20 минут. Нет, давайте даже не все. Никаких не столицы нафиг, они плохо работают. Ночью еще попробуем. Давайте вот знаменитые места. Все, тут изи. 1, 2, 3, 4. Сейчас пощелкаем. И если они тоже будут работать. Что это за хрень, не понимаю? Это как-то связано с... Почкомат, это ты там шалишь, да? Блокируешь нам, что у нас не это самое, ни того, ни этого. АТФ-4 затестить. Очень смешно. Да и в смысле не обновились локации, если даже возвращение на ту точку показывало нормально ту точку, а не куда. Ну, короче, неважно. Во, наконец-то оно появилось. Слушайте, ну вот это как бы, типа, действительно какой-то знаменитый мост. Ну, по крайней мере, я его точно видел. Но вот где, блин, это будет сложно. Так. Тут у нас Пьер какой-то Компиньяк, Владук де Мило. Ну, понятно, что это Франция, трасса А75. А что это за мост? Так, сейчас музончик только воткну. Блин. Вот вам. Я из ТС-2 его знаю. Нет, так понятно, что это Франция. Мост Владивостокский, окей. Ну, кстати, похож. Да, похож. На котором этот работал, как его? А, этот, Винни Джонс-то. Там есть такая серия передач про Винни Джонса, который, типа, что-то там самые крутые профессии, там, или самые, в общем, какие-то профессии в России. И Винни Джонс, типа, там, работал охранником, вот, лазил по этому мосту на вершину, бомжом попрошайничал и всякое такое. Это тоже профессия, если вы не знали. Попрошайничать бомжом. Так что... Так. Ладно. Good game. А чё good game? Ты там клип что-то какой-то сделал опять? А сейчас что там клиповать было? Вот фигня, вот Янтар-Мантар. А, ну это ничего интересного. Я думал, там интересный клип какой-то. Лишь бы патрулировать.
Так, ну и что, где это находится-то? Е-75, да? Трасса, еще раз. А-75. Точнее. А-71. А-77. А-85. Вот А-75. Мило какой-то. Ну, короче, где-то вот здесь какой-то мост должен быть. Но это, блин, трасса-то, она, извините, не короткая. Что хрен его знает, где этот гребаный мост. Так, вот насчет реки тут я сомневаюсь. Потому что если бы тут была река, то вот эти все утонули. Это просто такая долина большая. Не, может быть, там какая-то речка и протекает внизу, но она явно не большая. Не гигантская там, ничего. Там просто какая-то долина. Хорошему надо найти вот этот вот. Вот это вот. Милок, Рейсельс. Вот, ну, хрен его знает тоже, где они, сколько до них. Тут, я так понимаю, круг какой-то, типа разворот. Чуть дальше, да? Давайте посмотрим на этом развороте, может, что. La Terrasse de Pierre. Вот они могли бы вообще название этого моста, типа, написать. А, слушайте, вот тут какое-то есть что-то. Может, это как раз оно? Нет, это... Grand Site Smith Pyrenees. Виадук де Мило. Вот что это такое за хрень. Собственно, вот тут круг как раз прям под ним. А это Виадук де Мило называется штука. Собственно, вот она над нами проходит. Сейчас, где-то тут я что-то видел такое интересное, что я хотел посмотреть. А, вот это я хотел посмотреть. Вот. До Пейре какого-то всего 3 км, Компиньяк 8. Блин, тут, конечно, так сложно будет найти, прям легко. Сложно будет легко найти твою наревшую внизу. Потому что, блин... Во, Компиньяк, нашел! Компиньяк, 8. Вот он, виадук. Вот он, а, не Мило, а Мио. Вот он, изи-бризи, лемон-сквизи. Только проходит он, только мы где находились? Мы находились вот с этой стороны от него, то есть... вот он, круг. Вот тут круг. То есть мы вот на этой трассе на самом деле находимся, а не на самой 75-й. Вот он круг, короче. Вот мост, а мы, значит, где-то находимся вот тут вот. Вот на этом вот изгибе как раз вот он поворачивает. А дальше он выпрямляется. То есть мы прям вот в конце, ну вот тут примерно. И, блин, целый КМ. Подожди, как это так? У нас... А, у нас мост сразу за кругом, а не перед кругом, что ли? Блин. Ну ладно, 3 очка, ничего страшного. Ну что-то, слушай, не похоже, что мы вот настолько далеко от моста этого. И, ладно, неважно, все хорошо. На, так надо не под мост вставать, надо же посмотреть, где мы были. И опять. И опять. Вот это вот. Давайте обновим. Не знаю, может оно... Отпустит в этот раз. Если нет, то хорош, короче, все. Заканчиваем пораньше. Нафиг. Это вот, терпеть, как говорится. Пытаюсь обновлять и так. Так, чуть подожду, вроде что-то еще тут это грузится. Берешь тройку, вливаешься в спирт. Сложно, HD прогружается не сразу. Да ничего у меня не качается. У меня как бы, блин, на Ютубе музыка вот играет и все. Да и в интернете точно проблем нету. Ну вот он, вот докачалось. И как бы и ничего. Сейчас еще разок. Не, все, пипец, приплыли. Ну, блин. Давайте ткнем куда-нибудь просто ради прикола и посмотрим, где это было. Нифига себе, мы были в Лас-Вегасе, короче.
на плотине Гувер. Я не так уж сильно промахнулся, учитывая, что я просто тыкал в карту мира на рандом. Так, давайте посмотрим следующее. Ну, что начинается опять? Почему такая фигня? В этот раз все уже прогрузилось сразу. Что за фигня-то? Кинь ссылку в чат. Так а я именно на эту игру тебе не кину. Ты свою другую игру будешь играть. Я тебе максимум... Ну, давай я попробую тебе эту кинуть. Но как бы я думаю, что там будет... У тебя в любом случае совсем другое. И то, что если у тебя прогрузится, я к тому, что это будет как бы не показатель. Потому что, может быть, то, что у тебя прогрузилось, у меня бы тоже прогрузилось. Я не знаю, что это за фигня, потому что вот в прошлый раз... А, вот смотрите, сейчас подольше, сейчас вот прогрузилось. А ты знал, что можно вместе с чатом играть? В смысле? Это как? Я хорош в... Да, я хорош вместе... Я хорош в методе любого тыка, не только научного. Так, вот у меня она и прогрузилась сразу же, именно эта лока. Ну, не знаю, может быть, ты шалишь просто, поэтому у тебя она прогрузилась, а у меня она вот через раз. Но опять же, почему через раз? Оно либо это самое, либо оп. Ну, кто больше очков наберет. Где сиськи? Блин, опять почкомат сиськи увидел. А, вот эти, что ли? Ну да. Есть такое. Ну какая разница, сам панорама в 4К прогружается? Какая панорама в 4К не была, если она, блин, у почкомата грузится быстрее, чем у меня, значит, что-то тут не так со стороны интернета, потому что у меня-то как бы со скоростью и со всем остальным все в порядке. Я уверен, сейчас начну любую хрень качать, и она у меня будет на максималке в 100 мегабит фигачить. Так что я не думаю, что это как-то может влиять на вот прогрузку вот этого вот. А почему ты его почкоматом зовешь? Ну, потому что его так зовут. Потому что сейчас, короче, скажу, почему. Сейчас, подожди, я настройки поменяю тут кое-какие. Сейчас ты все поймешь. Почкомат Трио поддержал ваш канал на 30 рублей и сообщает: передай за проезд, красавчик. Вот. Понял, почему почкомат? Ну ладно, пока временно вернем Ермила, пока у почкомата еще есть деньги, вернем Ермила, так сказать, чтобы дальше из него высасывать. Покамхат Трио поддержал ваш канал на 30 рублей и сообщает: передай за проезд, красавчик. Я тут был. Ну так говори, где это Афанасенко? У нас 10 минут играть осталось. Я пойду. Лучше про депо запусти донат. Я посмотрю, что там за донат про депо. Когда он был, и найду ли я его. А! Сейчас. Покамхат Трио поддержал ваш канал на 30 рублей и сообщает: 6334. Загоняйте ваш состав в мое депо. Входной красный, выходной коричневый. Сука. Ирод, блин. Ладно, все. Хорош баловаться тут. То ишь ты. Похоже на Камбоджу. Возможно, похоже. Ну, тут можно сходить, посмотреть, в принципе. Там, может, написано все-таки, что это. Куда вот он? Я не помню, он шел и свалился, что ли, сюда? Типа ограды нет, ограда поломана. Чувак шел с камеры и упал. Вот, обратно залез. Так, вот тут что-то... А, тут куча знаков запрещающих, что нельзя то, нельзя это. В общем, ничего нельзя. И что там? Danger, опасность. Типа обваливается вот это все. Хрен его знает.
Так, я тут был. Ну так Афанасенко, ты сказал, говорится, А, говори, Б. Привет, табак, ладно. Привет, Слоупок, как-то игра называется. А, уже ответили, все. Да, я тоже Слоупок, сорян. Мы с тобой братья, практически. Я уже ремонт делаю, да. Давай, Афанасенко, говори, где мы находимся, ты же был. Так, что тут резко так стемнело вообще, страшно на мне аж стало. Вот. Вот тут тоже куча всего. Ну. Я хочу просто, там вроде выход, я не знаю, или... Или что там? Привет, Шах и Мат. Похоже на Ангкор-Ват. А где это находится? Ну, Камбоджа, я понял. А где, где в Камбодже? Так, сейчас вернем на место, чтобы сориентироваться. Так. Стоп, подождите. Где сама Камбоджа-то? Она же где-то тут была все. Я Камбоджу потерял, пацаны. Алерт. Камбоджа же где-то вот тут. А, вот же она, все, туплю. Все, у нас чуть Камбоджа не пропала. Так, и где это хоть? В каком городе находится? Столица, Пномпень, который уже... Или... Да я все уже за курсором не заметил. Это же ацтекские руины. Не-не-не-не. Я бы узнал. Ацтекский, я бы узнал. Где находится хоть она примерно? В каком краю? Давайте быстрее, пацаны. 6 минут осталось, а у нас еще 2 места отгадать помимо этого надо. Поторапливайтесь, поторапливайтесь. Где находится ваш Ангкор-Ват? Камбоджа-то как бы тоже не 5 сантиметров размером. Конечно, нам не критично сейчас прям точно в это место попасть, но если вы знаете, где это, чего бы уже давно не написать. Больше на Гатгейме задержка всего в 1 секунду. Значит, вы уже должны были услышать, уже написать, уже ответить. А вы все равно не пишете и не отвечаете. Наверное, пьяные там были и не помните ни хрена, где это. Так я и знал. Вот, Ангкор-Чей какой-то. Вот, Ангкор-Ват это типа город, что ли, такой? Потому что там вот какой-то Ангкор-Чей был. У них Ангкор-Ват. Типа, по, ну, типа, Ангкор что? Или Ангкор чей? В общем, у них, типа, по всем Ангкорам куча вопросов. Хрен узнает, где этот Ангкор-Ват ваш. А вы ничего не пишете. Главное, я там был. Так я понял, что Ангкор-Ват, а где это территориально-то вообще? Ну, в смысле, хотя бы северная там Камбоджа, фигеверная, или это прям столица, или что, вы издеваетесь, что ли? Откуда я знаю, где находится Ангкор-Ват? Вы же там были. Вы же там все знаете, каждый сантиметр. Он в Камбодже. Короче, я понял. В общем, больше вы играть не хотите. Над озером в центре. А, вот здесь где-то. Вот над этим озером в центре. Вот вижу Ангкор-Тум. А вот это Ангкор-Уот, я так понимаю, да? Это оно, наверное. И мы, наверное, где-то... Вот эта хрень похожа на вот эту вот хрень. А, нет, мы между вот этими прудами, я так понимаю, прям, да? Да, мы, походу, прямо между вот этими прудами. Вот где-то... Где-то... Вот тут вот. Ну, примерно. Ну, на 23 метра промахнулся, в принципе. Рядом. Ну, тут опять метку неправильно. 5000 пока, значит, никуда я не промахнулся, просто метка кривая. Изи. Вот, все, вот оно, вот это дело. Вот это я понимаю. Так. Угу. А, все понятно.
Залил так, вниз, короче, так. Где мы находимся, интересно? Все понятно. Тут изи. Так, все, пацаны, у нас 3 минуты, надо срочно ускоряться. Так, в Рио-де-Жанейро же она находится, правильно? Не в Сан-Паулу каком-нибудь там. И где-то она находится прямо на... Вот она, статуя Искупителя. Куда он смотрит? Он смотрит вот туда же, да? Правильно получается? Значит, мы... А мы у него за спиной. То есть где-то... Вот на этом углу. То есть где-то вот тут примерно, что ли. Или мы вот на этой штуке вообще, потому что лестница к нему там еще ведет. Да, мы чуть подальше, мы не прямо возле него. Мы вот, вот тут какой-то типа ресторанный дворик, не знаю. То есть мы где-то вот тут находимся, ну примерно. 12 метров. Нормально, нормально, нормально. Показывает сюда, но это все неправильно. 5000, значит все четко. Изи-бризи, сиськи опять где-то он увидел. А, это XP-гуд все троллит, почкоматы. Я думал, почкомат где-то увидел. Так, ладно, я уже музыку не буду запускать. Все, быстро сейчас отгадываем. И я пошел. Там, если сильно желаете, то я возобновлю стрим где-нибудь в час ночи, ну, может, там, в пол второго. Стараюсь не позже. Только прям, если очень сильно хотите, прям будете умолять меня там на коленях, ползать за мной, плакать и вот это все. Да какая-то это не особо венецианская Венеция, если честно. А тут, а я никуда не могу походить даже. Не похоже на Венецию. Венеция в основном узкий канал. Ну, понятно, что тут как бы есть и широкий, но тут похоже, что это просто какая-то одна конкретная речка в каком-то городе. Нет, это не Питер. На Питер это тоже совсем не похоже. Какая-то, не знаю, Чехия, что ли, блин. Так, что там вот? Ни хрена непонятно. О, отель Бер... Что-то там Беркьели. Короче, это какая-то Италия все-таки. Может, это правда Венеция? Но, честно сказать, на Венецию не похоже все-таки. Но, опять же... Вода, конечно, пипец. Чистая. Слишком сильно. Так, фигура, да? Ага. Дания, еще водянистая сторона. Так, а что Дима на меня смотрит, я не понял. Дима, что это смайлики вот эти три обозначают? А ну-ка, расшифруй. Да, вот я, да, вот, издевается. Дима, вот лучше, чем на меня смотреть, вон, займись XP-гудом. А то он бедного почкомата сиськами дразнит. А тот же прям вообще весь. Вот смотрите, какое тоже интересное место. То есть, типа мост, на котором построен дом. Ну, я так догадываюсь, что, наверное, в нем все-таки люди не живут. Скорее всего, там какие-нибудь ресторанчики. Хотя, может, и живут. Потому что, ну, вот это вот внизу, вот эти вот, явно какие-нибудь ресторанчики, фиганчики. А вот тут вот на втором, там, третьем этаже, может быть, даже реально люди живут. Чего бы и нет. Главный канал Венеции. Ну, может быть, это и он, но просто, блин, может, тут как бы... Я не вижу просто других ответвлений. Но просто меня смущает, что на таком большом вот расстоянии, которое мы видим, я не вижу, собственно, других каналов, которые в этот главный вливаются. Сколько я помню, Венецию, как мы видели, там обычно просто, вот, грубо говоря, три дома и еще один канал, еще там три дома и еще один канал. А тут просто вот река и все. Ну ладно, давайте, ну, Венецию, времени уже нет, все, мне надо бежать. Так что давайте, пацаны, уж сорян. Все равно у нас результат явно не тянет на... Хотя, блин, двадцатку-то мы могли бы набрать, но для известных мест двадцатка это... Такое себе. Давайте, в общем, ткнем просто в Венецию. Сейчас где тут у нас главный канал, как вы говорите. Я не знаю, какой тут главный канал. Какой у них канал вообще главный, какой не главный. Да нет, что-то не похоже это на самом деле на Венецию. Ну вот это типа вот это вот главный канал. Но видите, тут
Прям вот через каждые три дома, видите, маленькие канальчики в него вливаются. То, что это Италия, да. Но, знаете, я что-то, наверное, давайте я все-таки, например, какой-нибудь Рим просто сделаю, все. В Риме же есть какая-нибудь речка? Ну да, вот какая-то есть. И вообще Флоренция, это, в общем, ни туда, ни сюда, но все-таки это не Венеция была. Я был прав. А вот этот, походу, мост, ну, вот один из этих, или вот этот, где люди тусуются. Ну, в принципе, неплохо. Ладно, двадцатку набрали. 21 даже. Мост Понте Векьо, Флоренция. Ну, поздно уже, шах и мат. Ладненько, все, пацаны, я побежал. Надо заниматься, как говорится, делами. То в натуре сплю, стримлю, сплю, стримлю. Через пару часиков, ну, не раньше, чем через пару часиков, может быть, через там 2,5-3. Короче так, не раньше часу, не позже двух. Ближе к телу, когда я определюсь, уже буду знать там за часочек где-нибудь, я вывесю за полтора, может быть, вывесю анонс. Вот. Дикадук, ты издеваешься надо мной? Скоро буду? Ну как скоро? В общем, где-то с часу до двух, примерно в этом промежутке, я ночной стрим подниму. А пока подождешь, дикадук, ничего страшного. Сам где-то шлялся, блин, зная заранее, что у меня сегодня будет. Утром говорили же об этом, ты был, что у меня сегодня будет первый официальный мультиплеер вечером, а ты не пришел на него, а теперь еще тут это самое. Так что я очень надеюсь, что ты придешь. Ну, я вывешу анонс, в общем. Все, давайте, пацаны. Пока-пока. Кто, ну, с кем, кто спать там, туда-сюда. А с остальными увидимся попозже.